вместе с Робертом Левандовским. Петр Чех. В защите Фердинанд начнет с Виргелем ван Дин. Лука Модрич с первых минут начинает с Бернардо Силвой в центре полузащиты. И давайте к линии нападения. Здесь все серьезно. Килиан Мбаппе сыграет вместе с Эйсебио. Мяч потерян. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Соперник. Сала. Мусиала дает хорошую передачу. Номинальная игра Терштегена в этом моменте. Уверен, видел уже игрок мяч в сетке, но у вратаря другое мнение. Кафу. Как частично пасует на партнера. Бернард. Лука Модрич. Возобновляется, команда Реал уступает в счете, но всего в один мяч. Мохаммед Сала. Хотят трибуны удар. Браво, вратарь! И пенальти дает судья. Очень уверенно он указал на точку. Это отличная возможность сравнять счет. Очень важный пенальти. Это возможность сравнять счет. Удар с 11 метров и гол. Снова равенство на табло 1-1. Мусиаля. И мяч перехвачен. Мохаммед Сала. Можно развивать атаку по флангу, его никто не встречает. Лилике спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Потрясающий вратарь сыграл пару секунд назад. Я уж думал, гола не миновать. Момент, конечно, был что надо. Удар получился очень хороший, но голкипер сыграл блестяще. Мусиаля. Мусиала ошибается в передаче. Бернард. Пас на Луку Модрича. И берет удар на себя. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Тут его накрывают. Вирджил ван Дейк. Мяч потерян, теперь надо обороняться. Роберт Левандовский. Есть пространство.
спасение вратаря, без сомнений вышел на мяч. А как иначе, нужно было сыграть быстро и быть первым на мяче. Уходит вперед Мбаппе. И справляется вратарь с этим ударом. Мяч летит в центр штрафной. Выходит голкипер и опасность миновал. Вратарь сыграл не лучшим образом. Мбаппе. Удар заблокирован. Отлично сыграно. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Есть поддержка в этой атаке. Удар на Тейсебио. Хороший момент и опасный удар. Вратарю повезло, что не в створ. Ренан Лоди. Вирджил ван Дейк. Не смогли удержать мяч. Играть еще минуту, столько добавлено к основному времени. В последнюю секунду мяч выбит. И на этом первая половина матча заканчивается. Свисток судьи отправляет команды на перерыв. Ничейный счет у нас в начале второго тайма. Продолжается наш матч, и командам нужно активнее действовать в атаке. Меняют они стороны атаки. Молодыч. Мусиала с мячом. Отражает мяч Тер Штеген. Ничего опасного они не создали. Теряет мяч игрок Реал. Хорош вратарь, своевременный выход. Роберт Левандовский. Вильям. От Бернарду Силвы мяч уходит соперник. Реал идет вперед. Смещается в центр. Ну, видимо, будет бить поворот. Это гол! Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Мусиаля. Отличный пас на ход. Идут вперед Комец. Не дает пробить. Роберт Левандовский. И Левандовский здорово делает эту передачу. Уверенно сыграл вратарь. Должен был он забивать, а в итоге удар отправлен. Модрич. Игрок Комец потерял мяч. И вперед он идет. Нужен удар. Гол! Он еще раз использует
Неправильный получается матч. Отличное оборонительное действие. Давит, лучше сыграть через вратаря. Мяч перешел в другой команде. Салат с мячом. И это Роберт Левандовский. Соперник. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Реннан Лоди. Уверенно идет вперед. Потрясающий перехват. Атака была крайне опасна. Такой сильный, такой и неточный. Даже близко к створу мяч не прошел. Альфонсо Дэвис. Трезеге получил мяч. Эйсебио. Какой момент у Мбаппе! Хорошо играет Тер Штеген сейчас. Играет чуть назад. Ситуация с очень близкого расстояния бил игрок. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Мохаммед Салах. Они забирают мяч на чужой половине поля. Остается в распоряжении команды. Лука Модрич. Эйсебио с мячом. Хороший прессинг. Можно продолжить атаку. Сейчас будет. Выносит мяч Ван Дайк. Есть варианты для развития контратаки. Нужно играть быстрее. Хорошо, вратарь. Он подает в центр штрафной. Высокий прессинг в действии. У них получается перехватить мяч. Давид Трезеге. Бернардо. Лука Модрич. Модрич! И со второй попытки голкипер спасает свою команду. Не дал оформить дубль этому игроку. Похоже, сделал выводы из предыдущего момента. Выносит мяч из штрафной. Ничего опасного. Продолжает идти вперед. Есть удар! Дает главный судья свой последний свисток на сегодня, и он фиксирует победу хозяина.